Я должен сказать, что мы мониторим в целом состояние здоровья контингента наших обучающихся и наших преподавателей. Каждое утро директора институтов, их заместители информируют меня о состоянии здоровья коллектива, включая и студентов, и преподавателей. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на этом. На сегодняшний день у нас небольшое количество людей в целом, которые болеют ОРВИ. Среди них одна студентка является носителем вируса COVID-19, но она проживает в Казани, живет в семье, и сегодня мы также держим с ней постоянную связь. Большой проблемы, как информируют врачи, пока состоянием здоровья нет. И дай бог, она очень быстро выздоровеет. В то же время хочу сказать, что студенты, проживающие на территории деревни универсиады и в наших общежитиях, в целом болеют меньше, чем те, которые разъехались и живут в своих домах, квартирах вместе с родителями. Это тоже понятно, поскольку режим самоизоляции в общежитиях у нас в основном контролируется самими же студентами. И вот я думаю, обеспечение их соответствующими продуктами питания или набором продуктов питания позволит этот режим соблюдать более жестче. Каких-либо особых со стороны администрации университета дополнительных к самоограничению режима проживания не вводилось. Для всех студентов, как и граждан Казани и живущих в других наших городах, где есть наши филиалы, это Челны и Елабуга, конечно, распространяются все те регламенты, которые присутствуют на этих территориях.